Сегодня в Сургуте члены партии «Единая Россия» подвели итоги реализации своих социальных проектов и наметили планы на ближайшую перспективу. Напомним, что сейчас в Югре реализуется 20 федеральных и 4 региональных партийных проекта. Все они призваны улучшить качество жизни югорчан. Свои предложения по дальнейшему развитию новых и улучшению качества уже действующих программ смогли высказать депутаты из всех 22 муниципалитетов округа. Активное участие в форуме приняла и губернатор Югры Наталья Комарова. Глава региона подчеркнула, что успешная реализация проектов возможна только при активном участии самих жителей Югры. Любой проект по благоустройству реализуется только тогда, когда он одобрен или инициирован большинством жителей в каждом муниципальном образовании. И это очень важная составляющая. Так же, как и обратная связь, общественный контроль за реализацию таких проектов.